И ни о чем не волнуйся. Я позабочусь обо всем остальном. Да, мастер. Я очень рассчитывал на тебя. Все будет сделано, мастер. Теперь иди. Вас сюда привело ко мне. Что? Сегодня, между прочим, 31 октября. У Стёпушки день рождения. Нам исполнилось 25 лет. Вот, собственно, и хотим ему что-то подарить. Необычное. А что вас интересует? Книга о магии, карты Таро или, может быть, что-то специфическое? Не надо на меня так смотреть. Ты же знаешь, как я скептически к этому отношусь. Эти вот твои Таро... Астрология, магия твоя. Это все лишь символические архетипы нашего подсознания. Мы сами их создаем. Да. Да, я тоже изучала Карла Густава Юнга в университете так же, как и ты. Я хорошо помню все времена. Но с тех пор мне открылось много новых истин. Я рад за тебя. Но знаешь, я человек науки. Я психиатр, а не волшебник. Я верю только доказательствам. У тебя есть доказательства? Как ты с ним живешь? Как ты его терпишь? Сама не знаю. Андрей, ты зануда. Ты хочешь об этом поговорить? С психиатром? Мне кажется, ты что-то скрываешь. Может быть, ты тайно влюблена в меня? Я никогда тебя... Не захотела бы, даже если бы мне пришлось умереть. Света, никогда не говори никогда. Ради бога. Мы пришли сюда за подарком для Степана. Понимаешь, нам нужно что-то особенное, потому что Степан у нас увлекается магией. Так, дай подумать. Так. У меня есть кое-что необычное. Но я не знаю, как к этому отнесется Степан. Это относится к оккультизму. Минуточку. Оля, принеси, пожалуйста, холщовый мешок. Ну, тот наш особенный, ты знаешь. Сейчас Оля принесет кое-что особенное. Это одна из особенных вещей у меня здесь в магазине. Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. Кукла Вуду. Вы не смотрите, что у нее растрепанный вид, но я уверена, что она использовалась по назначению. Кукла Вуду обладает большой магической силой, и, возможно, Степану понравится. Угу. Это не опасно? Это не опасно, если знать, как ею пользоваться. Здесь есть инструкция к применению. Вот, пожалуйста. Рахам, Хинам, Сим. Это что, латынь? Рахаб, Гинам, Семперстат, Нубилата Люкс, Уитак, Дефаэ, Эльмаут, Ут, Доминационикум Мония Краб. Ну, вы поняли? Да. Мы поняли.
Мне кажется, это опасный подарок. Это не опасно. Кукла не работает, пока не произойдет кровавое жертвоприношение. Без этого кровавое жертвоприношение? Ну, конечно. А вот гвоздь, например. Он же ржавый. А если мальчик уколется? Будет сепсис. У нас такой рассеян. С тобой невозможно говорить серьезно. Да потому что он во все это не верит. Господи боже мой. Хорошо, что твой сын в тебя пошел. Слава Богу. Что делать-то будем, а? Все, ладно, сдаюсь. Все, не готов спорить. Кукла-то кукла. А мальчику, в крайнем случае, пальчики пластырем замотать. Угу. Сколько с меня? Для вас спеццена 3000 рублей. 3000? Мне кажется, ты этим хламом торгуешь только с нами и, может быть, с дьяволом еще. Хорошая цена для праздников Хэллоуин. Оля! Оля! Иди сюда, дорогая. Запакуй, пожалуйста, это для моих друзей. И запомни адрес. Володин Степан. Коптевская улица, 23. Я правильно говорю? Квартира 13. Хорошо. А через полчаса Ольга доставит куклу Вуду. Все хорошо. Слушайте, ребята, мне пришла в голову идея. Я уже закончила. И дел у меня уже нету никаких. А давайте... Давайте в кафе посидим. Я забыла тебе погода. Я выгляжу? Отвратительно. Ладно, я не могла ничего похуже придумать. Да пошел ты, Юра. Слушайте, ребят, хватит, да? Давайте сначала посмотрим все подарки, а уж комплименты придержите, пожалуйста, на потом, окей? Это от кого? Это мой. Да, смотри. Тяжелый. Что, какая-то интеллектуальная штука, что ли, книга? Ну, да. Ха, понятно. Теперь, по крайней мере, я знаю, чем я буду заниматься в туалете. Ладно, Лен, на самом деле, спасибо большое. Ну да, без книжки ты уже и подрочить не сможешь. Да заткнись ты, придурок, а. Где твой подарок? Который? Какой маленький подарок. Плохая обезьянка. Ты посмотри, что там внутри. Я тут вашу жизнь половую немножко решил разнообразить. Хотя я думаю, вам это не поможет. Да ты просто маньяк, Дань, побей его! Ребят, слушайте, ну в конце концов, это мой праздник, мой день рождения, а? Да хватит развлекаться без меня, ну серьезно. Да. А это от кого? Это мое. Ну да. Какой мягкий. Это... Чтобы это значило. Тряпка. Слушайте, просто супер, ну, на самом деле. Я прям сейчас померю. Да, давай. Так, давайте. Да, ну да, чего нет? Ну как, теперь выгляжу? Ну, выглядишь, как всегда, ужасно. Только теперь еще и в футболке. Все понятно, отлично. Ладно, ребят, давайте перейдем к торту. Давай. Только мне самый большой кусочек. Минуточку, ребят. А мой подарок? Да, кстати, а где подарок? Да, слушай, мой подарок, мой подарок. Лена! Лен, извините. Извините. Смотри, куда пускаешь свой прекрасный зад. Заметил, извините. Он весь твой. Прикольно.
Прикольно. Жопа или подарок? Прикольно. А что это? Сегодня Хэллоуин и твой день рождения. Догадайся. Ну а что там внутри? Ну открывай. Догадайся. Открывай. Ребята, я знаю, что это доска Уиджи, фантастика для вызова духа. А ты во всю эту чушь веришь? Ну я же не животное, как ты, да, я высокоинтеллектуальный. Ой, ребят, заткнитесь уже, в конце концов. Слушай, ну а это самое, как это работает? Ну смотри, это доска. Так. Алфавит. Так. Цифры. Слова. Да? Нет. Планшетка вот здесь. Ты должен будешь вызвать духа, задать ему вопрос, положить руку на планшетку, и дух начнет ее... Ой, смотри, светится! Прикольно! Давайте начинать! Только чш! Если кто будет орать, будет мне должен. Ой, Юра, блин! Так, я предлагаю сейчас хлебнуть еще пиво, перед общением с духами, ладно? Отец. Папа! Иди, не бойся, сыночек, иди. Иди сюда, мой золотой. Иди, давай, вставай. Стой. Будь мужчиной. Нет, папа, не смотри надо. Смотри на меня, смотри. Нет. Видишь? Смотри, вот моя рука. Смотри. Вот. Видишь? Дай мне свою руку. Нет, прошу, нет. Дай мне руку свою. Нет. Это приказ. Дай мне свою руку. Дай руку сюда. Видишь? Теперь нас с тобой, сыночек, ничто не разъединит. Пойдем, сыночек, пойдем, мой золотой. Давай потом. Гер, хватит. Что, тебе не нравится мой ножик? Мне не нравится, что ты вытаскиваешь его постоянно. Это же не твой хер. Ты завидуешь моему члену, сладенький? Заткнись, Педик. Герыч, серьезно, хорош уже, спрячь этот дебильный нож. Не хочу весь этот день и вечер, и ночь все это провести пьяным и телеком. Все из-за тебя. У меня есть идея. Что будем делать? Может, киношку сходим? Ну да, сходи. Зато твои идеи всегда гениальные. Как голова говном забита. Слышь, пасть закрой! Я тише! Так, успокоились. Спрячь свой нож. Я спрятал. И свою гордость. Какая конфетка. Отличная телочка, чтобы развеселить нас этим гребаным вечером. А Софья, мне я покажу, как надо цеплять цыпочек. Это принцесса, привет, куда идешь? Вода, уберите руки! Я же вежливый, вы же видите, я сама паинька! Вы это слышали? Куда идешь? Руки уберите! Да ладно тебе! Убери руки, я сказала! Я вежливо спрашиваю, вы видели, я сама паинька же, да? А, еще пьяню тебя назвала! Стучка, не стой! Слышь, эти личико-то сейчас разукрашу, ты вот меня не вымораживай! Помогите, пожалуйста, кто-нибудь! Ты меня не вымораживай! Ой, ты какая хорошая, а! Ты меня! Где? Жорик. Я ее знаю, она с моего двора. Ты знаешь такую конфетку? И меня с ней ни разу не познакомил. Да ты охренел! Стой! Стас! Гер, ты в стельку, успокойся. Лучше быть пьяным, чем таким дебилом, как ты, понял? Жарен! Пропустите меня, мне нужно идти, я опаздываю, пожалуйста. Да. Так, все, оставьте в покое ее. Нет, пожалуйста, дайте, мне нужно это отнести, я опаздываю. Тимбара Володина, улица Копчицы. Ну-ка, сейчас, пожалуйста. Отдай, я сказала. Нет. А ну-ка, что тут у нас? Что это такое? Что это у нас тут? Нет, пожалуйста. Что это такое? Это мудацкая кукла. Гребаная кукла. Это? Кузька, ты меня не беси. Мне не нравятся плохие девочки. Очень не нравятся. Ты какая хорошая, а?
Ну куда? Да, да, куда? Я заберу у папочки свою куклу. Ну и что сейчас делать будем? Блин, мне это не нравится. Я ее знаю. У меня теперь за вас проблемы будут. И зачем ты опять свой нож достал? Пидор. Ты че, сука? Я тебя сейчас порешу здесь! Порешу тебя, сука! Давай, давай! Тварь, сука, порешу! Вы че, охерели все? Спрячь нож! Спрячь, блядь, нож свой! Мне сейчас вот из-за тебя проблемы будут и у Жорика, и у меня! Спрячь. Все, поднял все. Всю вот эту херню. Че там, блядь, по адресу? Где эта херня? Посмотри. Сейчас из-за нее придется ехать. Давай херню. Копская 23. Где это? Это в центре, я знаю, где это. Поехали, чумец. Засовывай эту херню сюда и поехали. Сегодня Хэллоуин, а я не гребаный почтальон. Ты, блядь, будешь и почтальоном, и курьером, и, блядь, всем в одном лице. Поехали, я сказал, из-за тебя у нас проблемы. Что за гребаный день вообще? Что будете пить? Мне кофе, пожалуйста. А мне, пожалуйста, бокал красного вина. Вам? Два кофе и бокал красного. Сию минут. Ну, с кого начнем? Ну, что ты на меня так смотришь? Это бесполезно, Светлана. Я не твой клиент. Не люблю всех этих штучек-дрючек. Не обращай на него внимания. Он просто верит всем своим медицинским книжкам. Знаешь, тебе было бы проще жить, если бы ты проявлял фантазию. Ты слишком боишься своей темной стороны. Да у меня вся жизнь в тени, Светлана. На работе я барахтаюсь во тьме. Знаешь, как редко мне удается зажечь какой-нибудь огонечек в хаосе вокруг меня? Если бы ты проявлял фантазию, чувства, воображение, тебе бы это очень помогло в твоей работе. Но ты всего боишься. Хотя, ладно, я тебе благодарна за то, что ты привел ко мне Роксану. И вы купили у меня подарок для Степана. Что я еще могу ожидать от такого рационала, как ты? А может быть, Роксане погадать? Хорошо? Конечно, конечно. Я же всему этому верю. Поэтому мы такие недобрые друзья, да? Что? Ой, не обращай внимания. Давай, 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 раскладывай. Итак, начнем. Что ты хочешь знать? Сфокусируйся на своем вопросе. Подумай. Ладно. Сейчас попробую. Смогу ли я, в конце концов, получить должность директора библиотеки, а? Сейчас я разложу карты. Прошлое, настоящее и будущее. Ты хочешь оставить так или поменять? Да, оставляй, оставляй, давай. Так, жрица, сила и монах. О, это очень хорошая, позитивная карта. Это говорит о том, что у тебя все будет прекрасно, что в прошлом у тебя все было прекрасно. Да. И... да, это значит, что в прошлом ты была верна своей цели, сейчас ты набралась силы, и ты достигнешь своего желания в будущем, у тебя все будет хорошо. Монах означает правильный баланс между душой и телом. Силы, владеющие твоим сознанием, полный... Прекрасно. Ты слышал, милый? В полном равновесии. Невероятно просто. Значит, отныне теперь ты платишь по счетам? Брось. Ну ты можешь хоть один раз быть серьезным? То, что Андрею кажется абсурдом, это может быть просто яркой фантазией. Но докторам этого не понять. Итак, ты уже видел, как, что делается? Может быть, ты все-таки
задашь свой вопрос? Нет, нет, ни за что на свете. Оставь себе свое сомнительное удовольствие. Ну ладно, ладно. Давай, скажи, пожалуйста, что ждет Степана? Слушай, я не хочу это больше слушать. А пойдем в бар, а, дорогая? Пойдем в бар. Надоело все это до смерти. Слушай, давай в бар. Итак, что ты хочешь знать о Степане? Закончит ли он колледж? Хороший вопрос. Закончит ли сын колледж, а? Прям не гадал, спроси ее. Да помолчи ты. А почему ты спрашиваешь? Ой, в прошлом году так сложно сдал экзамены. Проблемы были. Да просто твой сын вечеринки любит больше, чем занятия. Хочу тебе напомнить, что это, между прочим, и твой сын. Слушай, пока ты спрашиваешь у Карта про нашего сына, я, пожалуй, выпью. Вот и пей. Ты нам здесь не нужен. Ладно, ребята, ну не ссорьтесь. Раз Степана здесь нет, я сама вытащу за него карты. Так, Степан. 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 Ну, кто хочет начать? Ой, можно, можно я попробую. Если хочешь. Да. Закрой глаза. Угу. Положи правую руку на планшетку вместе с моей. Угу. Вот так. Лена, теперь скажи мне, кто твой проводник в мире духов? А, я не знаю, кто мой проводник в мире духов вообще-то. Конечно, ты не знаешь. Ты должна сконцентрироваться и спросить у доски Уиджи. Угу. Кто мой проводник в мире духов? Неправильно. Ты должна говорить с духом, ты должна спросить у него, кто он или кто она. Поняла? Да, хорошо, поняла. Да. Дух, ответь нам, ты здесь? Видели, он сказал, да. Хорошо, мы установили связь. Спроси, как его зовут. Как тебя зовут? Сибил? Тебя зовут Сибил? Тебе 300 лет? Ребята, что за вопросы мы задаем? Мы же не можем проверить ответ. Вот именно, кто это чертова Сибил? Может, вообще все постанова? Да блин, ну придурки, ну она была проводником в том мире моим. А сейчас она вообще не вернется. Ну вы что делаете? Да ладно, не слушай этих идиотов. Ну хорошо, ты милик, я тебя прощаю. А поцеловаться? Ну, ты хочешь попробовать? Да, хочу. Дух, ты здесь? Дух, отзовись, ты здесь? Блин, ну ты здесь или нет? Вы видели, ребят? Я всегда говорил то, что добрые манеры, они всегда устанавливают контакт. Дух, кто ты? О. З.
Зод. Зод? Ты сказал, тебя звали Зод? Да. Да ладно. Нас же так зовут. Так, ладно, хорошо, посмотрим, насколько ты хорошо знаешь меня. Какой год моего рождения? Ого, нифига себе. Ничего себе, ты неплохо осведомлен. Ну хорошо, задам тебе вопрос посложнее. Кем работает мой отец? Знаешь мою семью. Так, ладно, все, Зод, шутки закончились. Сейчас я задам тебе по-настоящему сложный вопрос. Вот скажи мне, есть ли какая-то тайна, о которой можем знать только ты и я? Да. Ну и что же это такое? Скажи мне, Зод. Шрам? Шрам? Откуда чертова доска может знать про шрам? В чем дело? Что случилось? Ребят, я пойду посмотрю. Ага. Ты в порядке? Да, нормально все. Просто под впечатлением. Понимаешь, у меня в детстве много лет назад была одна достаточно серьезная травма. Ну, просто мало кто знает о ней. Это странно. Да. Духи иногда знают больше, чем нам кажется. Ты хочешь прекратить сеанс? Нет. Правда? Да. Пойдем. Пошли. Степан готов продолжить сеанс. Степа, может быть, ты хочешь спросить что-нибудь конкретное? Да. Задавай вопрос. Хорошо. Зод, скажи мне, что ты хочешь от меня? Повидаться. Боже мой, хочу с тобой встретиться. Стёп! Стёпа! Стёп, привет, солнышко. Мам, ты меня прям напугала, господи. О боже, я не хотела, прости. Ладно, проехали. Что ты хотела, чего ты звонила? У тебя все в порядке? Да, все в порядке у меня. Да я забыла тебе сказать, что Ольга та, помнишь, из магазина Светланы. То есть ты хочешь сказать, что сейчас придет помощница Светланы и принесет мне твой подарок? Ага, хорошо. Да, но ведь ты дома сейчас. Да, я дома с друзьями. Хорошо, тогда Ольга скоро будет. Ну хорошо. Пока. Целую. Фу, ребят, это был не Зод, это всего лишь моя мама. Короче, сейчас некто придет, принесет мне подарок на день рождения. Кстати, Зод сказал мне, что хочет встретиться со мной, но не сказал где. Ты можешь его вызвать. Да, все, давайте по местам. Да. Так, Зод, скажи мне, ты правда хочешь встретиться со мной?
Где? Запиши, заводской тупик 13. Заводской тупик 13. Да. Записала. Ну что? Башня, дьявол, смерть. Вокруг Степана сгущаются темные силы. Это что значит? Нет, нет, ничего. Карты врут. Врут они сейчас. Света. Вот так. Вот и все. Немного символической крови. Для жертвоприношения. Любой злобный дух успокоится. Так, заводской тупик довольно далеко отсюда. Нам придется ехать на метро. Я знаю это место. Ребят, там реально заброшенный дом. Ну, самое место для призрака. Ну, ребят, в конце концов, можем поехать посмотреть. У меня же Хэллоуин. Не понравится, уедем? Ну, кто готов к встрече с Зотом? Я не хочу ехать в это уродское место, не хочу. Блин, да ладно тебе, ну поехали, ну Хэллоуин же будет весело. Нет, ну я без вариантов не хочу, не поеду. Скучно, да? Лёк, не надо, я ж такая трусиха. Дорогая, ну чё бояться-то? Я ж с тобой, ты за мной как за каменной стеной. И потом, сегодня у меня день рождения, ты же должна во всем мне потакать. Неужели ты хочешь, чтобы я отправился на встречу с Зотом один? Стёп, я не хочу! О, значит что, ты должна сказать? Дорогой Степа, я хочу пойти вместе с тобой посмотреть на этого злого и ужасного Зота. О, вот теперь ты хорошая девочка. Ребят, слышали? Ники согласна, так что можем отправляться. Поехали, что будешь делать? Ну что буду делать? Ну поеду с тобой, конечно, не оставлю же тебя с этим приятным. Правильно. Ой, ребят, только сейчас, одну минуту, мне же надо оставить сообщение для Ольги, она же придет с моим подарком, помните? Да? Стёп, ну скоро! Да иду. Стёп, давай скорее, а? Значит, ты штраф будешь платить. Ага, сейчас, я вообще именинник, ничего не собираюсь платить. Алло, алло, мам, да, привет. Короче, мы сейчас идем тусоваться с друзьями. Угу. Слушай, да не волнуйся, ты все под контролем. Я просто оставлю записку Ольге. А, идем куда? Заводской тупик 13. Сегодня же Хэллоуин, так сказать, на встречу с призраками. Вот, ну ладно, все, давай, мне пора бежать, вы уже ждут меня, ладно? Все, давай, пока-пока. Угу.
всегда в своем репертуаре. Ты мой сын, да? Может, это все-таки твой сын? Не ошиблась? Что на этот раз? Взял, не дождался Ольгу и ушел из дома. И куда пошел? Сказал, что с друзьями на какую-то улицу, тупик 13, на встречу с призраком. Слушай, Степан вообще в своем репертуаре просто, а? Доставлять проблемы другим. Угу. А подарок-то? А он оставил ей записку, бери. И она этой бедной девушке теперь придется ехать по другому адресу к нему. Да ничего, она молодая, справится. Угу. Найдет адрес, не переживай. Слушай, так получается, нам теперь к Степану на день рождения не надо? Мы свободны, получается? Угу. А как насчет театра? Отличная идея. Прекрасная идея. Пошли? Пошли. Слушай, Свет, ты мне скажи все-таки по поводу Степы, что-то я очень нервничаю. Все хорошо будет? Да не волнуйся ты насчет карт, все в порядке. Давай лучше Андрея догоним, а то будет ревновать. Ой, ладненько. Что-то новенькое у нас ты будет. Ты что, после 30 лет совместной жизни хочешь разнообразить ее? А почему нет? Я вам говорил, не надо ехать. Слушай, ну, пожалуйста, давайте уедем, пожалуйста. И это место вообще, оно заброшенное. Посмотри. Никого нет. Все, давай уедем. Так, давайте сначала посмотрим. Дань, пойдешь со мной? Почему я? Теперь твоя очередь, иди. В смысле, подожди. У него день рождения, поэтому не считается. К тому же, в метро досел предпоследний. Ладно. Ну вы все меня здесь дождетесь. Конечно, дождемся. И чтобы без ваших тупых шуточек, ясно? Где уже? Степочка, давай уедем. Зай, давай сейчас дождемся Даню, и после этого я тебе обещаю, сразу уедем, хорошо? Ребят, там дверь, а за ней квест. Квест? Да, квест. Ну, это одна из популярных ролевых игр, которые сейчас все играют. Круто! Может, Зод хочет, чтобы мы встретились? Блин, реально, это на самом деле объективная причина, чтобы свалить отсюда. Там вообще открыто? Да. Ну, давайте посмотрим. Ну, ты же обещал, что мы уедем. Нет, ну давайте сначала посмотрим, а потом уедем. Ребят, кто за, поднимите руки. Я. Нет, ну я так и думала, что с этим закончится. Совсем тупые, что ли, ребят? А ну, нахера туда переться? Ну, ты подумай. Нет, ну ладно, давай, хорошо, по-быстрому. По-быстрому.
С этим делать? Жопу потереть, что ли? Заткнись, я думаю. Че там за адрес? Заводской тупик 13. Я понять не имею, где это. Сейчас поедем и узнаем. Это другой конец Москвы. Нахер нам туда тащиться вообще? Заткнись, дебил. Мы твое дерьмо почищаем. В следующий раз делай так, как я говорю. Ладно, понял. Вообще место интересное. Можешь аккуратно это делать. Простите. Так. Интересно, тут вообще кто-нибудь есть? Или мы чего? Чего вы уселись? А чего? Что же нам делать? О, ребят, ребят. Вы пришли на квест? Да, конечно. Да. Приветствую вас, друзья. Мастер игры будет с минуты на минуту. Слушайте, ребят, но мы даже на этот квест не записаны. Вот-вот. В чем проблема? Это всего лишь игра. Ты приходишь, покупаешь билеты и все. Марит, ну успокойся, ну потом заплатим. Да? Точно, мы славно проведем ночку. Все согласны? Да. По-моему, вы все здесь сошли с ума, ребята. Правда. Да ладно, нет, забей. Нормально. Если им что-то вбрело в голову, ты их уже не переубедишь. Ребят. Ну нифига! Жесть! Интересно. А чё? Всем веселого Хэллоуина! Мы рады видеть вас здесь. Я мастер игры. Вы впервые на квесте? Да. Хорошо. У всех бывает первый раз. Наш квест называется «Побег из тюрьмы для безумцев». Все понятно? Да. Да, да. Все понятно, да. А это мои помощники. Они будут вашими тюремщиками. В дороге вы найдете лампы, которые помогут вам осветить путь. Для вашей безопасности по всей территории квеста расположены инфракрасные камеры и микрофоны. Если задания покажутся вам слишком сложными, вы можете посмотреть в камеру и попросить поблажки. Не волнуйтесь по поводу оплаты. Ах да, последнее правило. Никаких телефонов. Стёп, сыграем? Я согласен. Я тоже. Ну и всё. Сыграем! Отлично, тогда сдайте ваши телефоны. Где? Да. Да нет, просто это их правило. Это наводит ужас, ребят. Я с Даней согласна, я не хочу. Мы начинаем. Постройтесь в линию. Ты первая, давай. Да блин, почему я тут? Ну иди первая, уж раз встала. Давайте быстрее, ребят. Приближайся. Блин, нам еще какие-то... Ой, Миша! А можно без мешков? Ну, да, без этого как-то обойтись. А у них никто не сдох? Да хватит ныть, ребята. Как-то... Судя по всему, без мешков нельзя. Блин, это страшно, ребята, давай... Я не хочу, мне можно. Блин, вы что, кто-нибудь что-нибудь видит вообще, ребят? Нет. Блин, я даже ничего не вижу. Вообще, я первый не хочу. А не хотите последний? Предпоследний. Дальше, по-быстрому. Я считаю. Ребят, что-нибудь видите? Нет.
Тихо, тихо. Ай! Ай-яй-яй-яй! Идем, что ли? Идем. Осторожно, чтобы не споткнуться, а то не видно ничего. Аккуратненько. Ребят, мне уже страшно. Аккуратненько. Все нормально, сиди, да? Вам удобно? Нет. Отлично. Вы прикованы наручниками в первом коридоре тюрьмы для безумцев. А наручники-то нам зачем? Да. Отличный вопрос. Черт. Вы совершили ужасное преступление. Кто что услышал, интересно? Если я вам скажу, это будет слишком просто. Вы должны найти способ освободиться, решить загадки и найти отсюда выход. Но сделать это не так-то просто. По этим коридорам бродят каннибалы и поклонники дьявола. Что? Надеюсь, вы их не встретите. Чтобы вам было проще, я оставляю для вас ключ и лампы, если вам удастся до них добраться. Удачи! Петь, блин, прекрати меня лапать! А я тебя не лапаю, смотрю, насколько большая эта железная хрень! Так, заткнись! Ребят, давайте уже думать, что делать, потому что иначе мы останемся прикованы к этой чертовой цепи, по-моему, до самого утра. А пригнитесь все, пригнитесь. Да, ближе всех, ну давай. Ну еще. Не можешь, да я вам! Ай, блин, больно, ты мне все отдать. Ну, ребят, вы можете хоть что-нибудь сделать? Да я не могу ключи достать, когда она между нами стоит. Ты сам, ты, блин. Заткнитесь вы двое уже в конце концов, а? Нам надо просто достать эти чертовы ключи. Юр, я тебя умоляю, придумай что-нибудь. Хорошо, подвинься. Чуть-чуть присядьте. Так, давайте. Да, ага. Больно. Ай, это бесполезно, надо придумать другое решение. Я нашел, стойте, нашел! Что, где? Что ты нашел? Что там? Блин, заткнитесь, я работаю! Подвинься, Петя, я достану. Отлично. Аккуратно. Юр, отдай эту палку Лене. О, давай. Так, Лен, сейчас попробуй, теперь можешь дотянуться до ключей? Так. Попробуй. Давай, лучше. А, нет! Да? Ура, супер, ребят. Все, давайте, освобождаем. Тихо, Давай. Все освободились? Да. Все? О, все там? Ну окей. Вы слышите шаги, ребята? Да нет, ребята! Что? Там кто-то идет, ребят! Откуда вы видите зоны удар? Твои преграды есть груды! В одну землю не пропитана, и здесь моя и рука! Нет! Заводит, как алхимик, душу мудрый мастер рода! Ребят, вы потеряли Ники! Где? Они, наверное, схватили ее. Да. Что мы будем делать? Это очень плохо, она такая чувствительная. Сёп, ну не волнуйся, это же всего лишь игра, они ей не навредят. Игра, я вам говорила, что не ввязываться в эту игру, блин. Тихо, ребят! Ники! Тихо! Ники! Она там! Ники, детка! Ники, это ты с тобой, тебе не причинили вреда, с тобой все в порядке? Где ты находишься, Ники? Я не знаю, я у тебя находлюсь. Что ты видишь, Ники? Да. Тут есть немного света и пианино. Ты можешь выбраться оттуда? Нет, весь только там. Так, хорошо, продолжай играть на пианино, сейчас мы к тебе идем. Играй на пианино! Продолжай играть на пианино, ребята, играй! Нифига себе! Круто! Друзья, смотрите! О, точно, ребята! Проход! Давайте, я первый. Посвети им. Вы маски видите? Да, очень страшно. Друзья! Мне это не нравится. Блин, тут тусклый как! Ники, мы идем к тебе! Черт, тут душно, задохнемся к чертовой матери. Надо найти выход. Ребят, я, кажется, люк нашел, да? Так, ты можешь его открыть? Так не получается, стараюсь, тут тяжелая дверь. Да, ребят, вроде пошло. Сейчас. Так, все, полезли дальше, ребят. Ники! Только аккуратно. Пошли. Ники!
Да подожди. Ребята, аккуратнее. Вперед, вперед! Ты тут? Никита тут? Блин, Петя, ну прекрати с этим. Да ладно, нормально. Достал уже, правда. Ники, Ники, дорогая, где ты? Ники, ты тут, да? Ники! Ники, сейчас, сейчас, через минутку. Блин. Все, подожди, ну только не ломай, блин, нам нельзя, это игра. Стёп, Лена права. Мастер игры сказал, что нужно ключи искать. Логично? Да, да, логично. Нет, ладно, давайте искать ключи, но если через минуту не найдем, сломаем к чертовой матери. Так, хорошо, успокойся, будем искать эти чертовы ключи. Так, дай мне... Да успокойся ты! Ну можешь не орать, помочь, нужно поискать. Поставь. Ники, детка, сейчас мы вот найдем ключи и сразу я тебя приду, хорошо? Стёп, я здесь! Ладно, ладно, только успокойся, не нервничай, ладно? Ребят, ну чего там, как ключи? Нет, еще пока не нервничай. Может, хоть что-нибудь, а? О, я нашла, нашла, да, да. Давай. Нет, держи. Подошло, ребят. Есть, вот есть. Все, да. Пошли. Зайка, мой хороший. Прости меня, пожалуйста, не обижали тебя? Нет, все хорошо. Слушай, а где они сами-то? Не знаю, их было двое, они отдельным шепотом привели сюда. То есть, подожди, то есть тебя не пытали? Нет, не пытали. Нет? Не пытали. Друзья, вернитесь! О, ребят, смотрите, что это такое? Прикольно, слушай. Прикольно. Дай-ка мне вот еще. На, пример. Ты просто ужасен. Сейчас все будет, ребят. Один момент. Ну, как я? А примеришь это? Да, да. О, точно. Так. О, боже мой. Сейчас. Ну что, все готовы идти? Да. Так, ты сама как? Все хорошо. Точно, ты уверена? Да, здесь просто очень жутко. Ну, хорошо, я с тобой, все будет хорошо. Девчонки, секретики закончились. Ладно, готовы идти, ребята? Да. Ну, давайте постараемся, ребят. Ты идешь за мной. Хорошо. И пошли. Чуваки, нам сюда. Это что такое вообще? Да, квест. Ну, знаешь, что-то типа ролевой игры. Ходишь там, всякие задания выполняешь, а потом какой-то чудак выпрыгивает и пугает тебя. Да реклама ж крутит. Круто как, а? Погнали. Так, а ну заткнулись. Кажись, там кто-то идет. У-у-у, какая цыпочка. Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Вы пришли на квест? А разве мы опоздали?
Ничего страшного, вы можете присоединиться к остальным. Они только что начали. Ой, с удовольствием. Тогда возьмите эти фонари, они вам понадобятся. Ладно. Ничего не забыла. Да-да. У нас все бесплатно. Прям все? А вон там начало квеста. Ну ты жучара! Ну и что будем делать? Ничего. Погнали! Надо. Чуваки, это, конечно, круто, но, может, не будем нарываться на неприятности? Жарян, хорошая очковать, она же сказала, что все бесплатно, никаких проблем. Ну, а если мы тех парней встретим? И что с того? Мы не сделали ничего плохого. Нет, если вы хотите, конечно, можете идти домой и спать под одеялом в Хэллоуин. А я здесь живу, блядь. Не, у меня тем более уже адреналитик. Сука, Герыч, спрячь свой нож! Спрячь нож! Погнали! Сюда? Подождите! Ребят, давайте только за руки держаться, чтобы в этот раз точно никого не потерять, окей? Да. Ага. О, слушайте, еще одна дверь. Откроем ее тоже? Давай. Окей, пошли. Так, пошли дальше. Фу, это что вообще такое тут? Понятия не имею. Ребят, ну слушайте, мастер игры сказал, что нам надо искать подсказки. Давайте двигаться дальше. Я нашла сейф. Что ты сказал? Я нашла сейф с кодовым замком. Там 4 цифры. Нам нужны 4 цифры. Слушайте, ребят, давайте попробуем открыть его. Там реально может что-то интересное. О, смотрите, что здесь? Да. Народ, смотрите, что нашел. Нашел. Фонарики. Гениальная находка. Ой, слушай, нам нужно, дай. Возьми, да. Так, девчонки, ну что, открыли там ящик? Давай сюда, я посвечу. А, точно. Давай сюда. Скажи, пожалуйста, придурок. Пожалуйста, придурок. Ага. Отнял, наконец-то, эту обезьяну лампу. Давай, сволочь. Да, я посвечу, хорошо. Похоже на медицинское досье. Давай посмотрим. Мастер игры говорил про подсказки. Так, давай почитаем. Дмитрий Троглиенов родился 1 февраля 1935 года в Архангельске. Дата госпитализации 23 апреля 1900. О, черт. Что случилось? Да то, что он работал профессиональным клоуном. И что? То, что его сценический псевдоним был Зод. Ты шутишь? Да я тебе говорю, смотри, тут все написано. Читай. Боже мой! Блин, ребят, мне этот звук совсем не нравится. Давайте выбираться оттуда. Девчонки, ну открыли я теперь. 4 цифры. Юр, там, помнишь, были как раз какие-то цифры в нашем досье? 1986. Ники, попробуй, 1986. Открывается? Нет, не подходит. Ну как? 1935.
Хорошо, сейчас. А, нет, не подходит. Опять, нет, там последняя еще была какая-то. Хорошо, 49-31. Во, 49-31, попробуйте. Да, получилось. Ребята, открылось, открылось. Получилось. Открыло. Блин, только две тупые рации. Капец, как не нравится это место. Да что ж ты такое сукло вообще? Очкует тут. Главное, сказал, ты всего лишь играть, тем более. Гера, спрячь свой нож! Да покой ты! Блять, спрячь свой ебаный нож, пока я тебе в жопу его не запихнул. Все, все. Я не хочу проблем. Давай потихоньку внутрь, скорее! А где Петя? Вот, блин, кто видел Петю, ребят? Вот, боже мой! Петя, господи мой! Слышишь, ты мастер этой чертовой игры! Отпусти Петю! Мы так не договаривались, мы просто хотели повеселиться! Прошу прощения, разве вам недостаточно весело? Тебе же сказали прекратить, ты меня слышишь? Я извиняюсь за эти маленькие неудобства, но... Пока вы не найдете, где ваш друг, мои помощники будут тщательно выполнять свою работу. Вот ублюдок! Что мы будем делать? Надо скорее его найти, давайте быстрее, только будьте осторожны! Вперед! Бой, что на дне вопиет изнутри! Вон на дресте я уносит вам рак! Вслед тишина, хоть оринья! У тебя есть идея получше? Ну, идей нету, но... Пойди скорее. Ну, а чего тогда? Пойдем. Хорошо, идем. О,
Надеюсь, вы не злитесь на меня. Я хотел всего лишь развлечь вас. Ага, сейчас я развлекусь, только выберусь из этого чертового квеста. Как хочешь. Но сначала я расскажу вам одну интересную историю. Историю, говоришь? Ну расскажи, что же за история такая. Да, потом я вас отпущу. Сейчас вы увидите Иоанну. Маленькую грустную девушку. Кукла в ее руках. Это Валентин, ее ребенок. А это? Это Зод, цирковой клоун, муж Иоанны. Зод так любил Иоанну, что он не мог прожить ни дня без нее. Как они могли все время быть вместе? Как они могли обмануть смерть и жить вечно и счастливо? Ответ был только один. Они должны были трансформироваться в одно тело. И Зод убил и сожрал свою жену. Это было необходимостью. Частью трансформации. Кровавого обряда. Зода арестовали и бросили в психушку. А все из-за психиатра, который вел его дело. Слова психиатра посеяли сомнения в душу Зота, разорвали в клочья его разум, сожгли его душу. А Валентин, после того, как остался совсем один, попал в детский дом. Бедный Зот повесился. Конец истории. Что все это значит? Ребят, мне кажется, я понимаю. Он пытается нам рассказать историю Дмитрия Траглиенова, того самого психопата, который сначала зарубил свою жену, а потом покончил с собой. Вы помните, мы с вами еще нашли досье на него в медицинском кабинете? Да. Нет. Это не Дмитрий Траглиенов. И даже не Зод. Это всего лишь клоун. Настоящий Дмитрий Траглиенов умер много лет назад в психушке, повесился. А Валентин остался в детском доме. Зачем ты все это рассказываешь? Зачем? Потому что пришло время Валентину отомстить за своего отца. Да понял. Ну, объясни, пожалуйста, зачем ты все это говоришь нам? Вот ты можешь мне это сказать? Вот ты сам можешь мне это сказать? Зачем? Сейчас вы поймете. Вы все поймете. Сейчас вы все поймете. Блин, вот эта дверь, как назло, закрыта. Черт, что делать? Так, подожди. Ты помнишь, мы взяли рацию в медицинском кабинете тогда? А, да, помню. Если она у тебя, попробуй, свяжись с Леной через нее. Да, давай. Лен, ты меня слышишь? Лена! Твари!
Дай сюда. Эй, ребят, вы здесь? Вы здесь? Да, Степа, мы тут. У нас случилось ужасное, мы потеряли Петю. Я просто даже не представляю, где он сейчас, выбрался ли он с этого квеста. Черт, Юра тоже не с нами, мы заперты в компьютерной комнате, пытаемся найти выход. Так, я поняла, ребята, отбой, удачи вам. Конец связи. Конец связи. Так, надо успокоиться и двигаться дальше, да? Ты слышала? Они потеряли Юру! Они потеряли его! Мы не выберемся отсюда никогда! Да, успокойся, все нормально. Успокойся, мы выберемся. Эти монстры, они убьют нас одного за другим! Да не успокойся, я тебе сказала! Все хорошо, успокойся. Мастер, я сделал все, как вы сказали. Теперь я смогу попасть в ваш тайный орден. Конечно, Юрий. Я всегда сдерживаю свои обещания. Ты получишь награду. За свое предательство! Это место. Давайте уйдем. Да ладно тебе, трусишка. Жарян, ты че? А смотри, что нашел. Слушай, тут проход какой-то, да? Ну что, погнали? Блин, ребят, я туда не пойду, не. Ну оставайся здесь, Циклон. Только никуда не уходить. Да твою ты. Ну давайте быстрее. Ребят, ну вы где там? Просто.
будем надеяться. Мы их встретим по дороге сюда, но если они сюда доберутся... Не волнуйся, Зельда. Живем отсюда, еще никто не выходил. Да будет так и дальше. Мастер игры начинает нервничать. Мы все сделаем. Отлично. Мы веселимся наконец-то, братишка. Пойдем, друг, пойдем. В конце что бывает? Вот сейчас и узнаем, да?
вместе своих друзей. Здесь полно психопатов. Мне выбраться, нас всех убьют. Говори за себя. Я не собираюсь здесь подыхать. Пожалуйста, помоги мне. Я очень прошу, возьми меня с собой, пожалуйста. Ладно, но каждый сам за себя. Пожалуйста. Хватит ныть, черт бы тебя побрал. Хорошо. Перестань реветь. Да тихо ты. Не вижу здесь ни черта. Фонарь! Какая-то дверь, попробуй! Закрыт. Давай сюда! Роксана, Роксана, представляешь, Ольга в больнице звонила, мама Ольге, и куклу Вуду она не довезла. Прям невероятно. Андрей, невероятно. Да, это абсурд, но это так. Что ты волнуешься по поводу этой куклы Вуду? Слушай, ну давай Степан подаем что-нибудь другое, а? Главное, чтобы Ольга была здорова. Хочешь, я тебе домой отвезу? Нет, нет. Звони, пожалуйста, Степану. Сейчас позвоню, конечно. Зумер идет, руку не берет. Ага. Сейчас смс-ку напишу. Я очень волнуюсь. Знаете, по всем приметам, вот это гадание. Потом кукла Вуду пропала, Ольга в больнице, Степан не отвечает. Слушай, ну давай съездим, ладно, давай съездим. Ну потом будем смеяться просто потом, когда приедем, а? Где это? Куда он пошел? Мне надо увидеть Степана. Пожалуйста, поехали. Ой, заводской тупик, 13. А, ну знаю, все, поехали, давай, давай, поехали. Oh,
здесь Тёпа, что делал? Я вижу коридор. И что, мы туда пойдем, что ли? Ну а как мы его искать-то будем, если не пойдем? Вперед! Андрей! Андрей, подожди меня! У меня для вас плохие новости! Все ваши друзья мертвы! О боже, нет! Ублюдок, ублюдок! Сейчас вас посетит клоун, но он не будет убивать вас сразу. Наши планы немного изменились. К нам пришли гости. То-то мы повеселимся все вместе. Нет! Наручники какие-то. Степа. Степушка. Успокойся, успокойся. Степ. Андрюш? А? Тут какая-то дыра. Ходи одна. Может, Степан туда пошел? Одна, не ходи туда. Подожди. Я знаю эту куклу. Подожди! Андрей, подожди! Что случилось? А где Света? Она шла за тобой. Потерялась. Подожди, я посмотрю. А я там посмотрю, на вот эту штуку. Никогда не знаешь, что будет. Так ты, я тебя только очень прошу, подожди, пожалуйста, здесь, куда не уходи. Хорошо. Мы не должны потеряться, хорошо? Хорошо. Я не знаю, что я делаю.
Черт. Светлана! Роксана! 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 Люкс. Это не опасно? Это не опасно. Кукла не работает, пока не произойдет кровавое жертвоприношение. О чем-то говорить. Почему это должно мне о чем-то говорить? Я напомню. 10 октября 86 года. Я не понимаю, о чем. Вы участвовали в судебном процессе. Обвиняемым был Дмитрий Троглиенов. Мой отец. Он был цирковым клоуном. Его сценический псевдоним был Зод. Так это твой отец. Я действительно участвовал в этом процессе, я составлял психологический портрет для судебно-медицинской экспертизы, но... Так он пил свою жену и съел ее тело. Хватит. Хватит об этом. Замолчи. Тебе уже было 11 лет. Ты же все помнишь. Замолчи. Хватит об этом. Убил твою родную мать и съел. Нет. Не нужно подробности. Замолчи. Был преступник? Слушай, ну абсолютно больной психопат! Нет! Его никто не понимал! Никто, кроме меня! А я любил его!
Он был единственным лучшим светом в моей жизни. Из-за тебя его больше нет. Мать. Луна въезжала ночью той. Серый безумие обокольный. Иди, где сила надо мной, а демон мой, а демон мой. Не притворно, пойдем из этого проклятого места. Пошли. Changing over from yellow to red. Give me a beat.